Мы куда-то едем. С мамой, папой. Вон она недовольна. Куда ты везти? Да вот такая сейчас дорога будет. Там дорога еще. Вау, прикольно, хорошо, что таблетку от укачи мне съел. Я ничего не ела. А мне надо было таблетку успокоительную. Успокоить. Я же нервная женщина. Мы прям летим. Я не боюсь, не слышно. Мы нормально тут. Да, вон, видишь, послушай. Ну потом по этой поедем. Эти на тракторах. Видишь, продавили. Красиво так вон там. Ладно, сейчас я вон там подымусь, а вы, наверное, потом пешком пойдете, иначе вы это испугаетесь, вы не спускаетесь. Ну, бискотчик. Хотим ее хоть держать. А она сидит, красивый. Ну, сжатый какие-то. Стой! Мы сейчас поедем, как вам показать-то, ешком 4 ВТ включаем и едем прямо в гору, вот по вот этой дороге. Может, сюда ой, тур... там снег видно. А, может, вы с папой сюда туры организуете? Ну, это надо же... Она из-за того, что я смеюсь, тоже улыбается. Часть в полном шоке. Я пустой поднимался два раза, а рисковать надо. Игорь! Да нормально, едем же уже. Мама. А назад мы тоже уже не поднимемся. Назад уже все здесь бесполезно. Только спускаться. И только вперед. Так мы почти спустились. Там КамАЗ. Кто-то из Деляны едет, да? Здесь разработка.
уже, да? О, блин, он рассчитывал на трешак. Папа, ты недоволен, что землю разровняли? Ой, дорогу. Нет, нормально. А вот здесь ямина вообще была. Промыла. Промыла. Счастье. Нет? Не понимает, что происходит. А зачем они вообще закрывают? На зиму открывают. Да чтоб скот не ходил, уходил. Че, маму сдувает? Настя, типа мы. Надо, наверное, сейчас я. Скот здесь ходит, чтобы скот не уходил. А сейчас скота нету. Это перевал, что ли? Это вот перевал, все. Ну, пока ехали, было лучше. Да, я говорю, на перевале тут нет часа. Сфоткай меня. Сфоткать? Да, как-то все. Подожди. Ну, Вадик, все потерялись, а я говорю, что мы сделаем? Вообще красиво, так даже еще прикольней. Главное, чтобы меня что-нибудь не ударили. Ну да. Там вот дальше что-то камень. А почему мы не к тому мостику поехали? Доча, этому мостику уже в обед 100 лет, блин. Ну его надо снимать, снять. Нет, я это, когда вот здесь снег большой, так проезжаю. Но он уже это опасный такой весь. Ну, отсюда КамАЗ везет. Мама недовольна, что папа рыбачить остановился. Ой, какая гора красивая, мам, видела? Да. Ну, прямо в тайге. Видишь, как щипает поплывок? Где собака там наша? Вон, а? Где моя маленькая? Смотри, чтобы он... Угу. Такая чистая, да? Вон раз, там тормозит. А почему их не видно? Ага, как ты их увидишь? Сейчас я вон там он должен стоять. Фига у тебя удочка-то гигантская какая. Че? Ну так красиво, куда не ничего. Как ты меня смотришь, чтобы вот это было все видно? Папа поймал рыбу, я иду ее вам показать. Тут это не так уж просто сделать, впрочем. Где рыба? Вы можете счастье. Блин, клюнул. Папа рыбу поймал! Покажи. Покажи еще вот сюда. Вот. Отпусти ее. Пошли, давай гуляй, а то опять сейчас ехать. Вообще так тут красиво. Знал. Ты его отпустишь?
А, конечно, такого. Отпусти. Нашли грибы. Это кто? Дождевики вроде сухие. Дождевики. Да, дождевики. Но они съедобные, но мы их не будем. Нет, зачем они дома растут? Часть вся перепугалась. И затряслась, как будто у нее судороги. Вот так. Пришлось ее засунуть в куртку. Все, сидит, теперь смотрит. Не трясется. Она как кенгуру, мам. Кенгуренок. Это шампиньоны большие. Это такие шампиньоны? Новый. А вот это кто? Ну и это, наверное, тоже. Пахнет? Съедобно вроде. Понюхай. Красиво, да? Тут вообще очень приятно находиться. Так дышится хорошо. Я тебе для блога сняла, как папа поймал рыбку, я спустил. Ладно, спасибо. Смотри, какой шампиньон. Это шампиньон? Да. Вот. Червивый. Он бегает, довольный. Показывай рыбу. Да, я их отпускал. Мелюзга. Одного вот ничего вытащил. Давай показывай. Нет, ни одного. Вон там подальше бы уехали, если бы там можно было по... Поедем потом. Получше, покрупнее. Ну, доча, да, сами доставайте вон пакет. Доставай. Давай обзор. Кого грибы? Они уже умерли. А ты что думала, они там плавают в пакете? Не хочу на них. Ты будешь мертвых показывать рыб? А что? Рыбалка. Их надо есть. Мы едем обратно. Мы насобирали грибов, наловили рыбы. Голодные, холодные. И вдохновлены. Я не была готова к адреналину. Хорошо, тут мне нравится. Вон трактор еще. А они сюда поедут. А мы тут обогнаем. Вон пока здесь спустится. Сейчас, ну, поди, он сейчас увидит. Может, ему посигналить? Смотри, а вот тут... Да, да там полотенце. Зимой здесь. Он вроде увидел. Повернулся? Он повернулся, я видела. Можно сказать пару слов? Громко говори. Я хочу есть. Пожаренные бы тоже поела бы. Картошечка с грибочками вкусными.